Великобритании на торгах продали прялку Махатмы Ганди. Ее первоначальная оценочная стоимость составляла около 100 тысяч долларов, однако итоговая сумма лота превзошла ожидания экспертов. Покупатель, пожелавший остаться неизвестным, приобрел прялку индийского политика за 175 тысяч. Известно, что Ганди использовал ее во время отбывания тюремного срока в 30-х годах прошлого столетия. По его признанию, прядение было для него не просто хобби, а некой формой медитации. К сведению, личные вещи политика пользуются большим спросом у частных коллекционеров. Ранее с аукциона также продали рукописное завещание, старые сандалии и его носовой платок.